Александра, вот пока мы смотрели видео, здесь что-то появились. Вот как на игровом барабане поле чудес. А что тут такое? Что это такое вообще? Это местная продукция. Регион Лахти называют кладовой Финляндии. Маренные гряды, которые здесь находятся, служат естественным фильтром. Они очищают воду в Лахте. Самая чистая вода в Финляндии. Угу. А в Финляндии самая чистая вода в мире. И действительно... То есть это самая чистая вода из самых чистых вод. Да, все верно. И вся эта продукция тоже местная. В Лахте, кроме, конечно, самой воды, есть и разное производство. Например, имеющийся и в России мукомольный завод «Фазер» есть тоже у нас в Лахте. Завод по производству напитков «Хартвелл» есть. Ну и, конечно, здесь выращивается множество фермерской продукции. Да? А вот я посмотрю, что тут выпечка всякая. Да, это производство местной пекарни Випурилайнен Котилейпомо. Два брата основали еще в прошлом столетии эту пекарню, и вот до сих пор пекут очень вкусный хлеб. Да, я чую запах, тут самому проголодался. А тут я вижу, есть что-то еще некое. Пухтыкаура. А вот это, пожалуй... Я знаю, я люблю этот продукт, поэтому у меня хороший рецепт, что можно делать с него. Для этого надо много чего.